Я приветствую всех на своем канале. Зовут меня Валентина. У кого остались излишки чеснока после посадки, вот такие вот зубчики, я вам предоставлю свой рецепт, может кому и понравится. Чеснок в соке свеклы. Чеснок получается нежнейшим, и вкус свеклы вообще не ощущается. Давайте готовить. Прокручиваем мы свеклу блендером, чтобы получить сок. Хорошая очень подсказка. Перед тем, как прокручивать в блендере или в мясорубке, чтобы получить свекольный сок вот этот, почистили, опустите свеклу на 30 минут в холодную воду. Пусть полежит, а потом уже прокручивать. И очень даже хорошо потом она вам отдаст сок. Вот такой вот яркий, красивый. Все это мы доводим мы до кипения. Вот пока растворится сахар, соль, ну, минут 5-10. Добавляем воду. Выключили и добавляем мы уксус. Пускаем наш чеснок буквально на 3 минутки. Прошел буквально 3 минуты, прокипел. И мы сейчас, рядышком у меня стоит кастрюля. И видите, здесь вот лед. Ледяная вода, чтобы была, мы ее сразу же опускаем. Пусть разложили мы чеснок по баночкам, зелень, петрушка, тот же самый чесночок, зеленый листок. И заливаем теперь вот кипящим маринадом. До краев. И сразу же накрываем крышечкой. И закатываем. Чеснок в соке свеклы. Чеснок получился очень нежным. Вкус свекла вообще не ощущается. Такой вот красивые получились у нас баночки.